Сгущенное молоко – уникальный по своей природе продукт. Сгущенное молоко содержит ряд витаминов и аминокислот, что позволяет сгущенке быть альтернативой любому молочному продукту в рационе человека. Россия является монополистом в сфере производства сгущенки, а значит и главным экспортером этого продукта в мире. За последнее время объем производства сгущенки значительно увеличился, а значит потребуются новые рынки сбыта для реализации товара. Мало кто знает, что самая масштабная рекламная кампания в истории проводится в России, а именно в Москве, в московском метрополитене. И это реклама нашей сгущенки. Вагоны поездов метро уже более 20 лет раскрашены под банку сгущенки и работают на подсознание каждого посетителя, рекламируя всем полюбившиеся.